Heard about the party now, just east of Harlem. Dougie gonna be there, but you got to call him. Even the soldiers need a break sometime. Доброе утро, ребята! Мы сегодня Пшень и Лео. Я хочу сказать, Дубас, мы сегодня тренировались очень сильно. Мы приедем на аэропорт через час. Будем улетать до Берлина, и там будем и такая очень сильная игра. Примерно то же самое я и хотел сказать. Без Вильфреда Леона этот бы дубль выглядел примерно так. Доброе утро, уважаемые зрители ЗТВ, хотя оно сегодня не столь раннее, как перед выездом в Польшу. Как вы видите, команда уже провела тренировку в тренажерном зале и готова к выезду на матч Лиги Чемпионов в Берлин. Всю неделю ребята тренировались на арене Санкт-Петербург без каких-либо выездов, и мы не теряли время и отсняли для вас специально три очень интересных материала, которые скоро появятся на нашем канале, ну, примерно после матча с Югрой в Самотло. Ну, а сейчас самое время отправляться в аэропорт. Сегодня со мной есть мой оператор Булат, но я думаю, формат влога мы все-таки оставим немножко, раз он вам понравился. Хорошее утро сегодня. Подопечные Владимира Олегна сегодня позанимались с утра. Вот, и все замечательно, и на Берлин, да, поедем. Да? Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.